Южная Корея позволяет перекрыть все запросы, потребности от 11,6 киловатт до 46 киловатт. Mm-hmm. То есть и по квартирка, и коттеджи, то есть можно установить. То есть котлы было как атмосферные, так турбированные. И вот сейчас новинка пришла, эко-грин конденсационный. Да. То есть вот здесь они в разрезе, то есть, соответственно, можно посмотреть. И как правило, то есть у нас это согласен. Неплохое решение у вас это фотоэлемент. Блин, офигенно. По крайней мере, когда я первый раз столкнулся с данной проблемой, протер его и все работает. Нет, но тут еще помимо его протирания, возможно, что забито стекло. Ну, согласен. Потому что, как правило, у нас бывают случаи, когда люди используют его при стройках. Сейчас также два варианта магнит, насоса, да? Это обновление старого насоса. Не, я имею в виду, он не реверсный. После того, как был реверсный насос, появился новый насос, они решили уйти. Это насос с сухим ротором. Вспомнил, шарик за... Шарик. Это в реверсном. В реверсном, да. Был шарик вот здесь, тот сбоку на насосе. То есть сейчас эту функцию выполняет у нас трехходовой клапан. Вот здесь он находится. А насос вращается в одну сторону. Его легче стало и ремонтировать, если сгорело, потому что в две обмотки наматывать все равно сложнее. То есть, ну, они не выходят из строя, то есть в течение 7 лет работают четко, слаженно, без проблем. То есть, соответственно, тут как бы вопросов к ним нет. Единственный нюанс, как всегда, я говорю, редкость обслуживания заставляет выходить из строя подшипники. Подшипники подвержены пыли, они засоряются, начинают шуметь, начинают... Ну, мы меняли, по-моему. Подшипники? Да, ну, получалось. Неприятно. Во-первых, вот эти вот штучки надо отсунуть, то есть, если это не на склепанном. Угу. Если склепанный, можно сюда винты, конечно, подсоединить. То есть, все это делается, но как бы приятнее, когда это все работает четко и слажно. В последнее время начали вот сюда лепить еще заглушечку, да, то есть это позволило меньше пыли попадать. Если мне память не изменяет, у вас были теплообменники двух рядов, кажется, не было, да? Это Ренай, Китарани и еще, то есть это не эта моделька, то есть всегда были теплообменнички однорядные. Единственным нюансом сейчас для улучшения качества теплообменников у нас пошли, то есть если раньше у нас пластинки, вот эти вот ламели, они напаивались друг к дружке, то сейчас они немножко друг на друга находят, что позволяет усилить тело самого теплообменника и, соответственно, редкость выхода из строя. Называемую улыбку. Просто у некоторых при перегреве происходит. Но это при перегреве. А это что? Это значит, где-то забивается, а люди на это не обращают внимания. Это как раз конденсационный. Это конденсационный. Просто у него более открыто. То есть решение интересное. То есть раньше был вот такого же. В этом плане, в этой горелке был заключен второй теплообменничек, который также снимал этот конденсат и тепло и как бы работал неплохо. Они решили прийти более, ну, как стандартным схемам, да, как у нас идут на европейцах. Ну, но такое сделали... решение сейчас используют, кстати, Ренай. Мы у них там... были на стенде. Я имею в виду два теплообменника. Я понял. И, соответственно, алюминиевая камера сгорания, европейский дымосос уже идет. Ну, это вентилятор, потому что он толкает воздух. Горелка направлена вниз и, соответственно, теплообменник по мере остывания, то есть выпадение конденсата, отводится, утилизируется и дымовые газы выходят. Ну, скажем так, шумность все-таки осталась Вот об этом и речь, что сейчас у нас вот этот вот, это вот сейчас модель, которая была до этой выставки. Вот эта демо-модель, это привезена она именно на эту выставку. И сейчас будет возвращаться нашей опять мокрому ротору.
То есть, как ни крути, мокрый ротор доказал, что он тише, он лучше. Ну, само конструктивное изобретение вот этих магнитов в сухом роторе у вас же так же, как, ну, там, скажем так, в том же мастер-газе, по-моему, пластина отделена, часть электрическая с магнитом, да, и да, ротор. Это здесь, это да, здесь. Да, да, да. Вот, это я здесь. Считаю, это очень хорошее решение. Это вот. Решение отличное. Да. Ну, просто, возможно, оно останется, возможно, будет и такая модификация. Чтобы была возможность взаимозаменения, то есть, например, кому-то хочется, то есть, кого-то устраивает. То есть, моделька, по сути, одна, но одна, насосы но, нужно перекинуть. Ну, всегда, да. То есть, сейчас ну, идет это тоже хорошее решение. Да, даже этот не нашелся, этот нашелся на момент ремонта. Конечно, просто. Конечно, да. То есть, сейчас также мы стараемся СНГ убедить, чтобы была выносная планка, ну, то есть, ячейка для... То есть, чтобы можно было сразу поставить в корпусе. Да, то есть, опять же, будет ли это у нас разные модификации, либо это будет серийные. Ну, свои какие-то они GSM-модули сейчас пока разрабатывают? Пока еще ничего. Нет. Пока это бюджетная модель, выполняющая свои функции по бюджетам. То есть, это отопление и горячее водоснабжение. Здесь нет выносных датчиков. Свои комнатные термостаты. Нет, но здесь есть панель, как минимум, со своим пультом управления, естественно. Ну, это термостатом, это уже да, плюс. Да, это не доп. Опция. Да, сейчас также есть модель, которая имеет пульт управления на самом, опять на же, самом корпусе. Ошибаюсь или нет, у вас или не у вас использовалась раньше автоматическая подпитка? Нет, это нет. Не у вас, это, наверное, в Ринай. И я не сторонник, чисто мое мнение, автоматическая подпитка – это не очень хорошая. И в Ринай там была не автоматическая подпитка, а была там кнопка для подпитки. То есть открывался электромагнитный бак, ну, да. И подпитывался. Но смысл в чем? Где-то утечка, произошла утечка, а мы по квартирку снабжаем, да, этими котлами. И что? То есть соседи снизу залиты. То есть, а котел как подпитывал, так и подпитывает. То есть, ну, да. Автоматическая подпитка использовалась только вот на заводах в старое время, когда баба Маша брала ведро и набирала горячей воды с батареи, да? Ну. То есть нет, как вариант. То есть, вообще как бы стараемся, конечно, чтобы водичку не сливать, одну и ту же водичку использовать. Согласен. Мертвая вода самый лучший теплоноситель. Спасибо вам большое. Удачи, до свидания.